Дорогие игрушки для кошек и собак. 3 миллиарда долларов в год тратят американцы на ремонт компьютеров и смартфонов, пострадавших от зубов домашних питомцев. 2 из 3 гаджетов, что приносят в мастерские, повреждены именно таким образом. Виноват, конечно, хозяин, который забывает спрятать технику, причем больше других рискуют те, кто пускают собаку или кошку в постель, и любители ездить за рулем с животным на коленях. И еще замечено, что питомцы с повышенной массой тела на 72% разорительнее, чем те, что в хорошей физической форме. Видимо, располневшим животным все время хочется что-то жевать.